На торжественном открытии детского сада весь поселок. Новое дошкольное учреждение для Лапандина – объект долгожданный. О нем мечтали здесь не одно десятилетие. И вот хрустальный ключ в руках заведующей учреждением. Просторные игровые и спальни, музыкальные и спортивные залы, оснащенные всем необходимым пищеблок и, конечно, везде. Новая мебель, яркие игрушки и современная техника. Долгожданному новоселью особенно рады родители малышей. Ведь прежнее здание, построенное более полувека назад, было не способно принять всех детей поселка. Ждали очень долго, необходимо было очень, потому что деток у нас в поселке много, мест не хватало всем, поэтому мы очень счастливы. Великолепное современное здание. Очень благодарна за это здание. Но я думаю, с постройкой этого здания многие проблемы в нашем поселке будут решены. В том числе открытие нового детсада позволило решить вопрос многих родителей, воспитывающих малышей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. В построенном учреждении предусмотрена ясельная группа на 15 мест. Лапандинский детский сад рассчитан на 75 детей. На сегодняшний день он укомплектован 61 ребенком. В детском саду 4 группы. Значит, 2 группы для детей до 3 лет и 2 группы для детей старшего дошкольного возраста. Открытие детского сада в Лапандино состоялось в рамках реализации госпрограммы развития образования. На строительство объекта было направлено более 76 миллионов рублей. Сегодня мы говорим о том, что мы живем по национальным проектам, и сегодня вот воплощение национальных проектов мы видим действительно в жизни, потому что вот то вложение, о чем говорит наш президент, вложение в человека, они явно сегодня мы увидели на территории Брянской области, на территории поселка Лапандино, и вот те инвестиции, которые вкладываются в детей, это правильные инвестиции, это инвестиции в наше будущее. Мы должны в первую очередь, власть и все мы должны уделять внимание подрастающему поколению, потому что наши дети, внуки, они придут на смену нам. И какую основу мы сегодня закладываем, наверное, это перспектива будущей России. Создание новых дошкольных мест – одна из приоритетных задач правительства региона. Впереди только в этом году строительство 8 детских садов и 7 пристроек. А это 1640 мест для брянских малышей, причем половина из них для детей ясельного возраста. Кристина Патхилау, Максим Кузнецов, события, Комарический район.